Добрый вечер. Четверг, 15 сентября. Это программа «Новости плюс». В студии Алексей Новак и Ольга Пелеповец. И в ближайшие полчаса расскажем об основных событиях дня. И чуть больше. Министр финансов отстранил главу налоговой службы из-за коррупционного скандала, о котором первыми сообщили наши коллеги с ТВ-3. Это то самое дело о вымогателях в СГД. У правительства больше нет денег на то, чтобы увеличить поддержку населения в условиях энергокризиса. Придется брать кредит, при том, что госдолг у Латвии и так уже 8 тысяч евро на каждого жителя. До забастовки педагогов 3 дня. Шансов ее предотвратить все меньше. В Латвии появился новый способ мошенничества – с дровами. Рассчитан, как обычно, на тех, кто предпочитает подешевле и сразу. Новость дня. В Латвии министр финансов Янис Рейерс отстранил от занимаемой должности гендиректора службы.